Вот я говорю, как они расставили треугольники. Теперь точно туда ставить. Сверлить. Что там, корни дерева, наверное? Да, не знаю. Вроде не похоже. Вот уже сколько ломиков? А такого длинного ломика-то нету. Не можем взять и все. Не берет почему-то. Тут же старые дома могли, сараи, хотя тут далеко, вряд ли. Как будто обо что-то стучится. Ну, так утрамбован. Тут не так не возьмешь. Это тогда такой глубины надо копать ямку, она не глубоко еще, пошире, и тогда вырубать топором. Конечно, так точно тогда трудновато будет. Может, даже не пытаться. Смотрите, если дерево, то она отломит у него это хорошо.
Вот так вот. Полтора метра глубиной надо копать. Конечно, техника, все. И вот они балки эти разложили. 3-4. 3-4, 5-6-7, 8-9-10, 11-12-13-14. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ну, тут непонятно еще. Должно быть одинаково. Какой зеленый лес, это осенний красный. Тополя вплотную, осина, а более светлая – это клен. А вот такие березы красавицы. Это все рядом с домом. Какое красивое место потеряют избрали жители. Нет рядом леса. А хвойный лес с одной стороны 20 километров и с другой 15. Кадникова, Шарщина. Два ленточных бора, ему посередине. И воды хватает. Вон как прошла туча. Маленько брызнула так же. Это красная Еремея, Барабаш, Иосиф Устинов.